Более 6 миллиардов рублей составят доходы Щелковского района в 2016 году. Итоги исполнения бюджета за три квартала подвел районный совет депутатов. Представляя отчет о реализации главного документа Щелковского района за 9 месяцев, начальник финансового управления районной администрации отметил, что хотя на 1 октября процент исполнения доходной части составил порядка 56%, к данному моменту план по доходам превысил 90%. За практически 11 месяцев текущего года по доходам план выполнен на 94,6%, без учета поступлений в администрацию на 107,4%. У нас хорошо складываются поступления по всем налоговым доходам без исключения. Так, судя по всему, план поступления от налога на доходы физических лиц будет значительно перевыполнен и уже сейчас составляет более 104%. А вот доходы от инвестиционных контрактов и арендной платы за землю существенно снижают планку. На данный момент инвесторы недоплатили в бюджет более 250 миллионов. Мы задавали в прошлый раз на комиссии вопрос, какая работа ведется с теми инвесторами, которые не перечислены. Нам было сказано юридическим управлением, что работа ведется претензионная, так или нет? Нам были названы несколько основных, ну, будем говорить, недобросовестных плательщиков в бюджет. Юит Московия, Веста и Бизнесленд, которые в бюджет эти деньги недополучили. С ними ведется сейчас работа, так или нет? Претензионная работа по судам. Обратиться в администрацию, предоставление информацию по неплательщикам арендной платы за землю и исполнению инвестдоговора. Так, информацию по неплательщикам депутаты решили подробнее рассмотреть в ходе заседания комиссии по бюджету. Расходная часть бюджета на момент 1 октября была исполнена в размере 3 миллиардов 642 миллионов 799 тысяч рублей, превысив расходы в аналогичном периоде 2015 года более чем на 400 миллионов. Одной из самых затратных сфер жизни района остается образование. В нее за 9 месяцев было направлено порядка 2,5 миллиардов рублей. Процент исполнения бюджета по данной отрасли составил около 92%. Основные средства пошли на финансирование работы и совершенствование материально-технической базы учреждений общего и дошкольного образования. Также более чем на 94% исполнены расходы по сферам культуры и спорта. 98,3% составил объем исполнения расходов на жилищно-коммунальное хозяйство. В характеристике Министерства финансов Московской области состояние бюджета Щелковского района было оценено как устойчивое. Финансовое положение бюджета Щелковского муниципального района на момент составления проекта бюджета и представления в Совет депутатов муниципального района оценивается как устойчивое, о чем свидетельствуют показатели исполнения местного бюджета на 1.11.2016 года. Депутаты проголосовали за решение принять отчет об исполнении бюджета к сведению. Кто за, прошу голосовать. Александра Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».